Честно говоря, я не очень хотел выпускать эту книгу. Даже более того. Вот у меня была такая книга о Николае II. Она вышла в 90-м году. То есть в 90-м году она начала печататься в журнале «Дружба народов». Если вы, кто еще помнит, это был такой один из главных журналов. Тогда это было время толстых журналов, и это было невероятно почетно. Там перед этим печатался Рыбаков, «Дети Арбата» и так далее. И когда я опубликовал первую часть, там пошли отзывы. И вы знаете, произошло, наверное, может быть, самое уникальное. Я пришел в редакцию и попросил право перестать печатать. Дело в том, что это был такой взрыв ярости. Такие предложения выбрасывать из могил этих несчастных цареубийц, которые были там похоронены в Екатеринбурге, что я понял, что как бы главная идея книги простить, она не только не читается, она наоборот. И я понял, что я занимаюсь тем, чем я никогда не хотел заниматься. То есть я поднимаю волну гнева. Я в обществе, которое уже больное под названием «Россия», это больное общество. Самое страшное наследство Иосифа Виссарионовича, самое страшное, почему он действительно отец и учитель, это та ненависть, которая передается, она генетически передается ко всему инакомыслящему. Откройте, войдите в интернет и посмотрите эту ярость, эти ругательства, этот ужас, и вы поймете, что он живой. Вот повторяю, тогда я перестал печатать. И сейчас я ведь напечатал биографию Сталина, бог знает когда, в 93-м, по-моему, году. И тогда я уже тысячу раз рассказывал эту историю, но чтобы вам было понятнее, я ее повторю. И пока я писал, помню, мне позвонил журналист известный, сейчас он еще известней, и спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что я пишу о Сталине. Он сказал, зачем это для старушек? И это было только для старушек тогда. Более того, когда я такой краткий очерк отдал в «Огонек», короче, сказал, что это всем известно. Это общее место политических статей. И я тогда ответил этому журналисту, к сожалению, когда я закончу, он будет участником предвыборной кампании. Но если бы мне кто-то сказал, что через 20 лет он будет еще большим участником предвыборной кампании, вот тут я бы немножко, ну, как вам сказать, испугался этой тени. Вы понимаете, чтобы появилось... Я не читаю почти газеты не потому, что я сноб, а потому что мне нужно в день читать приблизительно 3 книги. Ну, вы понимаете, что я пишу там о Нероне, об Иване Грозном, о Екатерине II, о Николае II, о Сталине и так далее. И делаю это все время. Поэтому мне нужно просто очень много читать. Поэтому на такую роскошь, как чтение газет, у меня не хватает времени. И поэтому все сенсации газетные я не знаю. Но вдруг меня просто потрясло, что, оказывается, статья о Сталине, я уж не знаю чья, вызывает, ну, такой безумный ажиотаж. Настолько он силен. Вы понимаете, уже давно нет никакого Сталина. Нет, есть маски. Маска сильной власти,
маска националиста, являясь грузином, как он может быть, но он тоже националист. Маска ненавистника евреев. Ну, много масок. И каждый берет свою. И есть маска монархическая, то есть великой державы, которую как бы разворовали. И есть маска еще одна, скромного человека, очень скромного, который, в отличие от новых, не воровал, коррупции не замечен. Ему ничего не принадлежало. Когда он умер, ему принадлежали сапоги, мундир генералиссимуса и пара шинелей. Правда, забывают, что еще ему принадлежала вся страна. Причем беззаговорочно. Вы понимаете, поэтому невероятный образ, удивительный образ. И еще, и вот это правда, культурный человек. Вы понимаете, этот человек, который вот там у меня в книжке, вы найдете его подписи под, это рисунки натурщиков, сделанные знаменитыми художниками, а он как бы шутил, подписывал. Там писал он: «Сцал бы меньше, против ветра был бы живой», писал специалист в области языкознания. Вы улыбаетесь, но он был. Но вот при этом этот человек тоже читал по 5 книг в день, учился языкознанию до смерти, там все эти труды писал, чтобы написать свое. И он понимал, в отличие от новых, кто такой Мандельштам, убивая его. И спрашивал Пастернака, мастер или не мастер. И поэтому, когда кончится этот культ личности, все будут удивляться, а почему Пастернак, он так Сталина-то ценит? А потому что литературу читал, уровень знал. Большой человек был при этом, великий, но злодей, и великий злодей одновременно. Вы понимаете, масштаб личности притягивает еще, поэтому тех, кто думает об этом, то притягивает в сравнении с менеджерами. И появляется еще замечательная идея – великий менеджер. Никому в голову не придет, ну какой великий он менеджер? Человек, который не понимал, что такое генетика, что такое кибернетика, объявил это буржуазной лженаукой. Читайте философский словарь, не читайте только интернет, потому что в интернете вы найдете, что он отец кибернетики в России. Там будет доказано это. Нет, он не отец. Он знал, что это лженаука, которую пользуют империалисты. Это написано в философском словаре 1954 года и в массе статей. И он не любил генетику. И был борец с вейсманистами, морганистами и так далее. И менделистами, как там они назывались. То есть в двух главных наступающих областях науки 21 века не было. Говорят, я там прочитал, что кто-то замечательный, кстати, блестящий написанный кусок, я не знаю чей, там было написано о долге, о нашем долге. Вот как, знаете, когда задолжали, ненавидят взаимодавца. И вот мы так ненавидим его. И знаете, я как-то подумал, как это все театрально написано. Я вот представил очередь задолжавших. Там первый, ну, кто хотите, Вавилов, уничтоженный отец генетики. Там за ним Флоренский, теолог, ну, удивительный, ангел. А дальше Мандельштам, ребенок. Понимаете, большой ребенок, всегда вечный ребенок. Почему убил? Вопрос, ведь знал, что мастер, а он менеджер был. Вы понимаете, правда?
У Мандельштама у самого есть замечательная фраза, что ему какая-то крестьянка говорит: «Ты, Ося, к ним в колхоз не идешь, а ты иди, пропадешь». Вот он не шел в колхоз. Он понимал, что этот безумец может выкинуть Бог знает что, он неуправляем. И ему он был в хозяйстве не нужен. Опасен, истребил. Менеджер. И вот этот замечательный менеджер, который не знал науки 21 и 20 века, в общем, не мог ее предвидеть, который... Ну, как вам сказать, это революция. Я уже много об этом говорил. Вы понимаете, любая революция, французская, английская, это раскрепощение, это огромный взрыв народных сил. Не придумал ничего лучшего, как уничтожить крестьянство, которое было, в общем, не просто приветствовало революцию. Да вы читайте крестьянского поэта Клюева. Великого поэта. Павло Тычина правду писал, и Белый, и Блок, и Есенин, и Клюев. Россия, Россия, Россия моя. И вот этот Клюев пишет: есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах. Принял. И Есенин принял. И крестьянство приняло, ожидало земли. Что было вместо этого? Колхозы, голод, превращение в сельскохозяйственных рабов. Огромной страны, которая умела сеять, умела жать, это крестьянская страна, ее лишили крестьянства. Менеджер. Страна-то задыхалась